Для чего? Вот для чего они живут вместе? Для того, чтобы друг друга ограничивать, укатывать, ставить в удобные углы? Или для того, чтобы помогать друг другу развиваться? Для того, чтобы поддерживать свободу друг друга, взгляды друг друга, отношение к жизни друг друга? А? Быт и любовь. Но если расшифровать, знаешь, когда мужчина встречает женщину, она вся такая красивая нимфа на каблуках, в красивом платье, он ее любуется. Ну а потом они съезжаются вместе, и ему приходится видеть все, что происходит по ту сторону, то есть там... Каблуков. Да, как она бреет ноги, как она маску на лице носит, как там бигуди у нее. Как это для мужчины вообще? Не убивает ли это его желание, страсть, любовь? Вот этот ежедневный быт и наблюдение за этими вещами. Ну да, такая тоже сбитая фраза про то, что быт убивает любовь. Доля правды есть в этом. И на самом деле, когда вот этот период, скажем так, завоевания идет, соблазнений, ну и мужчина, и женщина, ну, показывают свои какие-то такие лучшие стороны. И внешние, и внутренние. И, как правило, ну, за счет этого и происходит вот этот вот момент такой слияния в отношениях. Ну, потому что любые отношения, особенно в начале, это, ну, вот про такой, про симбиоз, когда там ты вспоминаешь там про свою вторую половинку, там бегут мурашки, там бьется сердце чаще. И, естественно, когда там проходит время, даже на каком-то физическом, физически даже какой-то процесс этот ослабевает, гормоны перестают так стрелять. И, ну, появляется там обычная жизнь с обычными чувствами, с обычными отношениями. И плюс ко всему, всеми наша любимая бытовуха. Быт бытом. Но когда люди начинают жить вместе, почему они начинают вот так вот сразу с ограничений? А да? Почему? Ты должен, ты должна. А почему, Саша? Эгоизм. Эгоизм, построенный на собственном инфантилизме. Я за счет другого хочу сделать себе удобно. А почему это включается как программа, как будто бы после брака? Вот люди расписываются, и сразу у них что-то перещелкивает. Да. Попал. И они начинают вести себя совершенно по-другому. Закон. Есть же инфантилизм, да? Это когда кто-то за меня отвечает, я в это время расслабляюсь. Когда я боюсь, когда я не принимаю собственных ответственных решений. И тут получается такая штука. Когда же люди женятся, появляется третий. Третий – это государство, которое диктует свои правила. В отношениях оно диктует. Уже не так просто. Ты уже муж, да, ты уже жена. И появляется слово «должен». Есть какие-то представления о том, что жена делает это, муж делает вот это. Жена моет тарелки, муж приносит деньги. Жена спит дома, муж уходит на работу. Жена пошла работать, мужу неизвестно, что делать. Когда что-то выходит за рамки, ой-ой-ой, а что делать? Да, и побежали там. Кто куда горазд. Ну хорошо, если побежали. Начинается сразу, думаю, иди сюда. Потому что жена. Почему люди тухнут в отношениях? Ну они заходят в эту консерву. Начинают что-то делать, что требует от них социум, государство, бабушка, мама, тетя. И все, потерялся. Ты для чего рождался? Чтобы встретить свою любовь. Построить себе квадратные границы и там остаться? Нет. Для чего люди нужны друг другу? Для того, чтобы помогать. Ты видишь, что твоей женщине интересно, да? Она поет, она шьет, ей нравится ходить, ну, на ее работу, да, там ей нравится быть психотерапевтом, учиться. Поддержи. Просто поддержи. Не дури голову вечерами, корми ее хорошо, пои ее, да? Ну вот, это ж
хотят же люди этого. Вроде как так вот ради этого сходятся. И когда вначале они же очень влюблены друг в друга. Да, я для тебя, все, вот я для тебя. Потом начинается. Это из практики. Когда вот женщины приходят, она просто приходит за развитием, за интересом. И тут срок. Куда пошла? Туда нельзя, сюда нельзя. А я ревную. А это что за мужик? Да, там? А поесть наварила, не наварила? Вплоть до жалоб во всякие инстанции. Это только одна область. Так везде. Пошла с подругами погулять. А куда пошла? А что пошла? А это что за проститутка с тобой? И так далее. Это же вопрос не к ней, а к тому, кто волнуется и боится. А тут начинается и страх, и ревность, и желание открутить ей голову и поставить в рамки. Это вопрос к человеку, который живет рядом. Ты чего? Если у него будет смелость разобраться с этим, адекватность, да, скажи, что-то я, наверное, не так себя веду. Потому что смотрю на нее, она рядом со мной чахнет. Ну, хоть мы знакомились, были красные щеки, а сейчас бледно-зеленые. Если у нее хватит мозгов обратить внимание на это и обратиться потом, в крайнем случае, к специалисту, ну, дай бог, будет все хорошо. В основном уже не хватает. Когда этот момент наступает, когда она сначала старается, встречает там тебя красиво, а потом однажды открывает тебе дверь в халате? Ну, это такой, ну, это опять же элемент игры, элемент соблазнения. Ну, я думаю, что там невозможно в этом элементе находиться всегда. И, ну, это, я думаю, там психологически очень тяжело постоянно там соблазнять. И на момент вот этого соблазнения приходит момент близости. И, ну, если там, опять же, вот в эту парадигму быта уходить, то, ну, быт — это когда как раз-таки идет приближение не вот с этой стороны, там, опять же, вот мы говорили там про нарциссизм, нарциссическое этого соблазнения, а больше про такое какое-то невротическое приближение, когда мы там видим человека с его там всякими чувствами, с его какими-то там, не знаю, волосами, усами и прочей бытовой темой. И здесь, ну, мое видение такое, что с одной стороны пытаться удерживаться вот в постоянном вот в этом напряжении, быть всегда накрашенной там для мужчины, мужчине там тоже быть всегда там, ну, не знаю, там подтянутым, втягивать там живот или там, там, не дай бог, поковыряться в носу или там громко пукнуть в туалете. То есть, ну, это такие вещи, как бы, ой-ой-ой, очень страшные. И с другой стороны, ну вот, тоже отпускать это все на самотек и вот уже понимать, что, а, ну, это ж вот мой чувак, это моя чувиха, чего ж я тут буду там, пойду там, не знаю, вот в этих, да, там, трусах, в этом каком-то там халатике еще бабушкином там. Все равно, что он меня любит вот, всей душой. Ну, вот эти вещи, они, ну, как любовь, не любовь, но сексуальность убивают они точно между мужчиной и женщиной. Ну, а все мы прекрасно знаем, что секс, сексуальность – это вообще одна из основных таких вещей, которые там мужчину и женщину связывает. Ну, там, помимо эмоциональной близости. И вот в этих всех штучках сексуальная сфера очень сильно так, ну, страдает. Много там всевозможных тоже советов, те же психологи дают, что минимум вещей в спальнях, там определенный свет должен быть, чтобы вот это не было таким местом бытового существования, а было каким-то таким ложем любви, когда там супруги могли приходить и наслаждаться друг другом, одеваться в какую-то такую одежду более такого сексуального характера, ну, не носить там эти растянутые коленки и там в тот же момент там тоже какие-то гигиенические процедуры там выполнять там в закрытой ванной. А, ну, не разрушает ли вот этот вот бытовой вопрос всю вот эту страсть, любовь и так далее? Разрушает всегда. Всегда разрушает.
и будет разрушать. Потому что как только сошлись вместе, прожили какое-то время долго, произошло слияние. Когда происходит слияние, собственное «я» растворяется в слиянии. Для того, чтобы была страсть, был интерес, нужна свобода. Нужно, чтобы два «я» ходили по-разному. Причем в страсти важны очень избегаемые чувства. Злость, агрессия, страх, грусть, ненависть, печаль. Это важно. А обычно люди, когда сходятся вместе, они думают, у нас этого не будет никогда. Мы будем такие блаженненькие, такие святенькие, и любовь наша будет окутана розовым светом. Но они не способны очень часто мы выражать вот эти чувства, а второй человек принимать. Не способны. Но брак в этом не помощник. В этом помощник психотерапия. Выражать, предъявлять, говорить правду. Вся психотерапия, она вертится вокруг чего? Вокруг правды. Узнал правду свою, да и пошел себе жить. Хочешь один, хочешь с другим человеком, хочешь с коллективом. А можно ли, проживая вместе, в браке, оставаться вот этими двумя свободными людьми, проживая на одной территории, сталкиваясь с бытовыми вопросами, ну и сохранять вот интерес друг к другу? Так страшно же! Страшно! Одно слово «свобода», когда вот, знаете, как вот говоришь «свобода» в отношениях двух людей. Обычное восприятие. Так он что будет? Налево ходить туда-сюда? Вот и все. А никто же не думает о том, что изначально мы встречаемся, я личность и ты личность. У этой личности есть своя жизнь. И она не подразумевает. Да, там иногда же люди изначально они не думают о том, что я пойду налево, там, или девушка, или парень, не думают. Потом как-то так случается, что они начинают ходить. От невыносимости. От того, что происходит. От того, что не говорят друг другу правду. От того, что, возможно, какое-то время вместе пожив, надо было удалиться. Да? На время. Просто вспомнить, кто ты, хотя бы для того, чтобы вспомнить, кто ты. Знаете, как женщины. О, я стала ему неинтересна. Да-да-да. Конечно, стала неинтересна. Неинтересна, потому что себе перестала быть интересной. В угоду разным правилам, которые сама для себя и приняла. Мужчин это тоже касается. Какая страсть? Страсть живет там, где живет человек. Причем в своих и животных, и социальных, и духовных проявлениях во всей полноте. А есть ли шанс вообще, вот проживая в наших там небольших квартирах, да, полностью вот в быту, вместе, тесно сохранить вот этот сексуальный интерес и соблюсти баланс? При достаточно здоровом, отстроенном отношении к себе и к друг другу, да. Но, опять же, у нас очень часто идут перегибы, когда у нас мало здоровых отношений. У нас, все наши отношения, они там с большего какие-то деструктивные получаются. И очень много там созависимо-зависимых семей, где у кого-то из партнеров нет своих желаний, своих чувств, своего «я». И здесь для сохранения этой сексуальности, для сохранения этого секса между партнерами очень важно, чтобы помимо детей, быта, отношений там друг с другом каких-то, еще у каждого была какая-то своя жизнь, свои интересы, где человек мог бы развиваться, где человек мог бы расти и получать какую-то энергию. И тогда он с этой энергией уже приходит к партнеру, и тогда именно эта искра загорается. А когда очень тяжело эти вещи сохранить, когда рождаются дети, когда основной
труд идет на воспитание детей, потому что, ну, там, первый год, второй год, ну, грубо говоря, до 3 лет это такой кризис в семье происходит. Там на самом деле очень мало, ну, там невозможно уделить вот партнеру. И это такие, почему очень часто и происходит, вот если взять статистику, ну, очень много разводов происходит в первые 3 года, когда рождается ребенок. Либо там сразу же после, там уже когда, ну, такое напряжение скопилось, что уже все, невозможно с ним находиться. Как раз таки это про это, что очень много посвящается там ребенку с вот каким-то бытовым этим вопросом, и совершенно стирается, ну, жизнь как у пары, как мужчина-женщина, там желать, хотеть друг друга, проводить время. Хорошее слово «статус». Обычно так. Статус обрел, человека потерял. Да, к чему стремился? К статусу или к человеку? Вот важно тоже эти вещи для себя понимать изначально, чтобы потом не было так больно. Потому что если сохраняешь человечность, и статус тебе каким-то образом помогает ухаживать за другим, да, там, общаться с другим, то есть, ну, каким-то образом использовать этот статус так, чтобы нам было хорошо для этого. Обычно статус просто ради статуса. Вот, все. Я жена, все. Все, я жена. Та-та-та-та-та. Смотрите, люди, смотрите, родственники, вот кольцо, вот в платье я походила, жена. А потом это заканчивается быстро, и что? И начинается реальная жена. Вот, и тогда, если в этом остается человек, которого изначально любила, и ты его видишь в реальности, и он другой, то тогда что с ним делать, с этим чуваком в трениках? Я думаю, мы очень хорошо живем, если мы перед камерой об этом говорим. О трениках, о бритых ногах, о том, накрашенная или не накрашенная семья и быт. Раньше же такого вопроса не возникало. Поэтому важно понимать, что в хорошее время живем, можно это обсуждать, причем придавать этому важность. То есть настало время, когда важны моменты на самом деле эстетического проживания. Сохранение красоты, сохранение себя, вопросов. Будем рожать, не будем рожать. То есть позволен выбор. Можно все. И, ребята, когда можно все, пожалуйста, наслаждайтесь этим. Потому что если сильно хотеть в это время, да, то можно и не получить того, что есть. Ну вот, за важностью отношений можно так погнаться, что и человека не заметить. Все время там стремиться к какому-то идеалу. А сейчас он очень важен, да, потому что средства массовой информации, там одни идеальные люди. Но важно понимать, опять же, и помнить, да, что время-то хорошее. И вот идеал. Кто бы он ни был, у него все равно есть треники. Все равно он ходит в туалет. Все равно он не всегда красив. Ну, а если живете вместе, то в основном страшен. Ну, особенно через 2-3 года. Вот страшный человек. И сейчас же можно уйти. Сказать, слушай, ты что-то заколебал меня. Все мы знаем о том, что через 3 года... физиологические процессы становятся немного притухают. Ну и можешь идти. Там, я как мужчина могу, и женщина может. И тут-то дело, с одной стороны в трениках, с другой стороны это встреча с реальным человеком. С его неприятными запахами. Но сейчас же можно жить и в 2 квартирах. Я думаю, что во многих семьях просто есть 2 квартиры. У родителей собственные есть. Сейчас, возможно, такое. Пришел, ушел. Не нравится, пошел куда-то. Тебе топор в спину никто не всадит, да, потому что хозяйство оставило. Закон как-то более-менее сейчас лоялен. Взгляды лояльные. И треники
небритые ноги, усы, там, волосы на кровати, ковер грязный, пыль. Это то, что было, и то, что есть всегда. Оно будет. С этим придется встретиться. И если я, выходя замуж, пыталась этого избежать, ну, знаете, как вот найду мужика, и не будет в моем доме ни пыли, ни треников. Вот он будет такой всегда идеальный. Это глупость. Ну, простая глупость. Потому что все люди реальные, все ходят в туалет. Ну, вот про что я говорю, что, ну, я думаю, что это не столько про близость, сколько про отсутствие каких-то, ну, таких границ между друг другом. И в этой точке очень важно сохранять баланс. Потому что слишком такие твердые, ригидные границы, ну, они тоже достаточно тяжелы будут по той причине, что, ну, это тоже про напряжение постоянное. То есть тебе надо постоянно соответствовать чему-то. Ни в коем случае, там, не знаю, там, не становиться к своему партнеру там нерабочей стороной лица, то есть, чтобы он мог видеть только вот такую, или там постоянно там готовиться там к его приходу, там краситься, там духи какие-то одевать, наряды. Ну, в этом, я думаю, это очень сложно в этом находиться, если, ну, это такие отношения там длительного характера, то есть это семья. Ну, я вот, и вторая крайность — это когда на это все забивается. Забивается, как раз-таки страдает вот про это, там, про то, что я говорил, именно там сексуальность между партнерами. Ну вот бабушки наши давали женщинам всегда такой совет: всегда закрываться, если ты делаешь, ну, что-то там, пилишь ногти, ковыряешься в ушах, там что-то, то есть мужчина никогда не должен этого видеть. Есть доля правды? Я думаю, да, есть. Здесь как раз-таки про то, что, ну, есть какие-то, ну, вот мы много говорим про мужской мир, ну, там есть женский мир. Есть какие-то там и в мужском, и в женском мире какие-то уголки, которые должны оставаться у них. Когда это так на всеобщее обозрение, то вот теряется вот этот вот, ну, такой момент какого-то, ну, там, возбуждения по отношению друг к другу. Восприятие там как своего партнера, как партнера, оно в какие-то больше в симбиотические отношения именно там брата и сестры, например, переходят. Надо всегда спрашивать, что ты имеешь в виду? Вот у человека перед тем, как замуж выходить или жить, что ты имеешь в виду? Под словом «брак», да? Что ты вкладываешь вот в эти слова «муж», в это понятие? Что ты вкладываешь в понятие «жена»? Если удастся по-честному поговорить. Ну, так по-честному, наверное... 90% браков, ну ладно, 50% не состоятся. Те, которые потом развелись. Я понимаю любовь. Я понимаю, когда туман в глазах. Вот когда влюбляешься, ну, кажется, очень красиво, и все будет так всегда. Но это понятно. Я меньше, но я тоже понимаю и корысть. Но в меньшей степени. Потому что это больнее. Да, это более бесчеловечно. Когда есть глупость, ну, она прекрасна тем, что она глупость. Все-таки не было бы глупости, не было бы любви. Корысть здесь более коварна. Но в любом случае люди потом встречаются реальными лицами. Один из аспектов, в котором вот семейные пары приходят на терапию уже, когда они дошли до какой-то точки, когда либо мы расходимся, либо что-то меняем, как раз-таки вот полное отсутствие каких-то сексуальных интересов. То есть когда секс, и, ну, секс даже я не брал бы здесь с точки зрения вот как только половой контакт, а брал вот вообще там сексуальную жизнь, это вот восприятие друг друга как партнера. Там все стирается, то есть там уже энергии в этом нету никакой. И как раз-таки работа семейного психолога, одна из основных работ, восстановить вот эту сферу. Ну, не психологу восстанавливает пара, но
показать вот эти вот моменты, что происходит вот с этой сферой, сферой сексуальности. И а она, ну вот, да, погибает как раз-таки вот в таких моментах, про которые мы говорим. Ну вот есть понятие о том, что дома все-таки человек должен быть расслаблен, да? Должен. Вот. Должен. Да. Вот мы с этого сразу и начинаем. Почему расслаблен? Может быть, и напряжен. Ну, дом, моя крепость, дома я там отдыхаю, нет? Как? Я часто вижу этих крепостных. Вот дом, моя крепость. Мало людей идет домой расслабляться. Мужики во многом идут как на каторгу. Вот у них вот приду, там это моя. И он сидит, а она ему раз 70 позвонила уже за час. Ты где? Он когда придет домой, что там будет? Война там, какое расслабление? И у многих же есть дети. Приходишь домой, куда? Расслабиться? Не. Дети там есть. Поэтому дома с расслаблением — это большая редкость, это как бриллиант. И если атмосфера расслабления, то ее надо создавать совместными усилиями. И если этого не создать, то быт очень скоро убьет любовь. Вот очень быстро. Если не создать досуга, причем не всегда он должен быть совместным. Потому что часто человеку хочется побыть и одному. Поэтому важно вот про время, да, в которое мы живем. Важно в это время понимать, что сейчас время выбора. Время выбора. И время большого страха, который связан именно с этим выбором. Потому что как только я начинаю выбирать, у меня появляется и право, лево, и вверх, и вниз, и зад, и вперед. И я могу туда ходить, я могу там жить. Другой человек, когда он это видит, он начинает бояться. Если он недостаточно целостен сам в себе, если у него нету своих жизненных смыслов, он начинает захватывать того, да, и пытаться на свою территорию правдами, неправдами или завлечь, или усадить, или уложить. В этом так страшна и ценна свобода. Но я все время ориентирую слушателей, читателей, людей, которые обращаются, на слово «ответственность» перед своей жизнью. И если ты скрипач, тебе желательно ходить на репетицию, то лучше иди туда. Вместо того, чтобы слушать: «Колечка, может, ты полежишь сегодня?» Иди, Коля, на репетицию. Потому что потом будет очень обидно за собственную безответственность, да, по отношению к своей жизни, то есть к своей свободе. Мне еще почему-то вспомнился такой момент, но я не знаю, это в тему или нет, но когда женщина полностью покупает там мужчине носки, трусы, там все такое, это вообще тоже отношение как к сыну, наверное. То есть, может быть, такие вещи, это тоже должно быть раздельное что-то, как два раздельных человека. Ну, я понимаю про то, что ты говоришь, что, ну, это как... У нас немножко сейчас все-таки другое поколение. У нас уже вот это сейчас все муссируется, поднимается, и у нас женщина другая сейчас стала. За счет того, что женщина стала другая, становится другой мужчина. И если вот раньше это какие-то, ну, были такие взаимоотношения в семьях очень часто, что там после 45-50 лет, ну, пара как пара в плане там как мужчина и женщина, она уже не воспринималась. То есть я всегда поражался, вот когда приезжаю в Европу куда-то, когда вижу там людей такого там возраста, там за 50, и они там как-то, ну, общаются не так, как наши там 50-60-летние. То есть там, ну, какой-то есть энергия, есть какое-то возбуждение друг к другу, то есть там могут быть какие-то поцелуи, обнимания, ну там, как у нас посмотреть на, там, на наши там пары такие. Они, как правило, там сидят,
друг от друга далеко, если даже где-то сидят. Там никакого телесного контакта у них нету. Как правило, там спят тоже порознь, либо там, если не... Они ужасно чертели друг другу. Да. Если мужчина любит женщину, бреет она ноги, он это увидел, или он этого не увидел, он ее любит. Конечно, хорошо, чтобы эти волосы не валялись по квартире. То же самое, как и мужик, да, вот он бреется, но желательно, чтобы он не разбрасывал это все. Ну, ты как-то за собой убирал, да, там соблюдал порядок. Это естественные вещи. Есть же такие, да, сейчас обсуждения, что женился там на прекрасной девушке сексуальной, а получил такую вот тетю в халате, которая там постоянно что-то, то ногти пилит, то еще что-то. Пилят ногти. Ну, это, знаете, вот это волнует таких гламурных мальчиков. Вот гламурных. Сися-пися. Вот. Я их так назову. Вот мальчик сися-пися. Вот только глянц, да, только вот эта вот красота. И это совсем не про мужчину. Вот это про мальчика, который не вырос, да? Непонятно, вырастет он или нет. Да, до того момента, чтобы принимать реальность. Потому что реальность, она разная. Вот совершенно разная. Ну вот, возвращаясь еще к треникам, мне кажется, что в наше время такого нарциссизма, когда мы все там пользуемся фильтрами и хотим показаться там лучше, чем мы есть на самом деле, да. Это же очень страшно показаться в реальности. Ну и показаться, что ты ходишь в туалет, что у тебя могут быть небритые ноги. То есть, ну, нам очень много навязано вот этих модных стереотипов, которых мы должны соответствовать, и мы пытаемся же на первых порах. Да, во время нарциссизма и навязывания очень важна правда. То есть простые, прямые вещи. Очень важна реальность. Поэтому я скажу, мозги свои есть. Вот простая вещь, где свои мозги? Кажется, да, все знаем. Полон интернет информации. Психологи один за одним выступают. Почему, как это я вот так вот начинаю следовать за тем, чтобы скрываться? Люди же скрываются за этими фильтрами. Скрывайся, не скрывайся, все равно получишь. Вот все равно увидят. И обычно так, знаете, там, другим же видны фильтры, а себе почему-то нет. И это про собственные иллюзии относительно себя же. Самообман. А, наверное, он выгоден. А почему выгоден? Потому что хочу скрыть свои недостатки. Два варианта. Или я встречаюсь со своими недостатками изначально и повышаю собственную ценность, собственную значимость, повышая свой интеллектуальный, духовный и социальный статус. Да? Или я дальше остаюсь инфантильной дурой, я именно так и скажу, которая сама от себя скрывает свою реальность и еще хочет других обмануть. То же самое касается и мужиков. То же самое. С этими вообще похуже. То есть женщину понятно, да, она все время хочет себя приукрасить. А когда мужики это делают, вот это страшно. Ну, сейчас же это сплошь. Не сплошь, Света, слава богу, не сплошь. Нет. Хорошо, что тебя нет в Инстаграме. Я есть. Почему? Я есть, да. Я тоже там люблю покрасоваться. Но покрасоваться в плане тем, что есть. Понятно, это хочется, чтобы выглядело лучше, да? Но в этом стремлении к лучше инфантильным шагом будет взять и заполучить это за счет другого или каким-то образом скрыть реальность. Шагом ответственности будет простая правда бытия. Действие, слово, картинки. А у тебя картинки с фильтрами в Инстаграме? Это как? Все. Отфотошоплены, ну. Не. Хотя иногда хочется лучше. Если честно, я кажусь себе уродом, особенно на фотографиях.
Не люблю свои фотографии, вот не люблю. Геннадий Сукач вот сделал хорошую. Она одна у меня везде ходит, ну вот там я. Yeah.